Вася. Вася, Вася, Вася. Маврик, Маврик. Вася. Маврик. Ага, вот ты где. Вот ты где. Ага. Ага, вот ты где. Вася, где девочки, а? Мальчики. Мальчики, где девочки? Вася, где девочки? Васенька, Васенька, иди сюда, Васенька. Маврик, иди сюда. Ай, ай, куда ты меня затаскиваешь? Иди сюда. Иди сюда. Маврик. Маврик. Любовь, морков. Любовь, любовь. Ай, да не надо меня пытаться затягивать в трубу. О, ты мой сладкий. Давай, давай, у меня там сухая кожица как раз. Обрезаю. Ногти не надо. Нет. Я знаю, что себе все пообстригал. Теперь хоть. Ай! Блин, Маврик, там больно. Себе ногти все пообстригал. Хочет, чтобы у меня под самое некуда были ногти. Чё, что ты кусок? Кусака такой. Ты кусака. Ты кусака. Пунь, пунь, пунь. Собака злая. Ты такая собака злая. Ай! Кошмар! Он кожу мне снял лезвиями своими. Но он случайно зубы просто острые. Он хочет взять и меня затянуть. А из-за того, что я дергаюсь, то как бы получается царапины. Булочка! Булочка, это ты? Это булочка? Иди сюда. Булочка. Или это Люся? Кто ты? Да ну это булочка. Булонька, иди сюда. Что, Маврик, все? Не влезь туда, да? Там булка проход закрыла собой. Пунь, 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 пунь. Булочка. Привет. Что ты такая удивленная сегодня, перепуганная? А? Что с лицом, булка? О! Корка. 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 Вася, что там делаешь? Что там Вася делает, а? Вася грызет коробочки? Ай-яй-яй, Вася. Покажи, что ты делал. Что ты делал тут? Что? Васюнечка. Крыша моя. Ты крыша моя? Да. Васюнечка, крыша моя. Крыша, крыша, крыша. Вот кто-то. Что ты делаешь? Причем тут бутылка? Васька, 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 такой блестючий. Ой. Ну иди ко мне, давай, иди сюда. Иди сюда на пуфик, давай. Вася, иди сюда. Иди ко мне, Вася, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Вася. Васенька. Васенька. Сбежала от меня крыса. Никого. А, Люся.
Вася, ты уже тут? Ты уже тут? Булочка. Кто там меня трогал? Кто меня трогал? А кто? Наверное, это была корка. А, боже мой. Смотрите на это. Это уже будет час на выгуле. Я слышала, что кто-то что-то грыз. Но, как бы видите, тут спасать уже нечего. Я уже не сильно парюсь насчет колесиков.